Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. У нас долгожданный дождь. Идет гроза. Молния. Начиналась она на юге, сейчас потихонечку перебирается к северу. Не знаю, будет сейчас это молния или нет. Но молнии тут бьют постоянно. Гром грохочет от 10 до 15 секунд. И, наконец, пошел дождь. У нас эту неделю вообще невозможно было дышать. Реально было ощущение, как будто ты находишься в духовке с горячим ветром, и дождь капает. Не знаю, сейчас вот стою под навесом, все равно затекает. Вот. Вот молния. Сейчас будет грохотать. Ой, дождь, как же здорово. У меня в огороде все высохло. Несмотря на капельный полив, несмотря на то, что я поливаю еще вручную утром и вечером. Несчастные розы стоят сухие. Даже робиния засохла. Одна из гуав у меня засохла полностью. Одна еще есть шансы на то, что она восстановится. Вот, наконец, главный минус жизни пустыня – это жара. И вот такое вот счастье в виде дождя. Слышите, как льет? Значит, ушла. Молния ушла. Посмотрю, может быть, на юге еще сверкает. Вот. Ой, а дождик холодный. Холодный дождик. Вот. Вот, уже все мокрые. Потихонечку. Вот. Тут у меня все засохло. Только гранаты, которым полив особо не нужен. Они стоят. Вон рабиния. Листья засохшие висят. Вяз. Ну, вяз, в принципе, у него корни глубокие. А все остальное, ну, даже вот граната. Сухие свернувшиеся листики. Вот они сухие, как бумага. Надеюсь, восстановится. Такие вот гранатики уже растут. Ой, какая прелесть. Вот так вот у меня выглядит роза. Она даже не успевает распуститься. Этот цветок распустился вчера утром. Сейчас он сухой, как бумага. При капельном поливе. Вот тут у меня шланг полива. Вот молнии ушли. А, нет, есть.